коровы или быки. Ну, соответственно, у людей определенных разных культур такие рога могли отождествляться как раз-таки с полумесяцем, про который мы с вами сегодня уже поговорили. Ночные животные, все те, которые ведут ночной образ жизни, это, как правило, кошки и лисы. И лисы, особенно в китайской мифологии, будут иметь такую определяющую роль в становлении самой мифологемы Луны. Я вам впоследствии расскажу один интересный китайский миф, который будет тесно связан с космонавтикой. И вот там мы сами лису как раз-таки встретим. Двояко дышащие животные, которые связаны с водой, болотами, половодьями, которые любят утреннюю росу. Это могут быть лягушки, земноводные и так далее. Тоже они достаточно часто встречаются в лунных мифах. Те животные, которые периодически исчезают и потом обновленными появляются вновь. Но здесь в качестве примера мы можем вспомнить сами медведи, которые весной появляются с новорожденным медвежонком после зимней спячки. Или улитка. Улитка в том смысле, что она может на какое-то время прятаться обратно в раковину, ну или, соответственно, выползать для того, чтобы совершить какие-то определенные действия. Змеи, черепахи мы сами